Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам Своим: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если б вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся орлы».